І зараз у нас в студії людина, яка, як і всі депутати, була в сесійній залі протягом всієї сесії, зранку і до вечора. Це Валентина Ткаченко, голова правління обласного благодійного фонду «Доброта та довіра». Наскільки я знаю, Валентина весь цей час провела в сесійній залі не просто заради якоїсь цікавості. Протягом 2 років Валентина намагалася вирішити питання для... аби отримати фонду. Приміщення так, для благодійного фонду, аби діти могли розвиватися і надалі. Власне, яка доля цього приміщення, з чого все починалося, і як нарешті вам вдалося вирішити це питання? Протягом 2 років, я нагадую, людина намагалася вирішити це питання. Ну, если многие зрители отслеживали наши сюжеты, которые мы с вами делали неоднократно. Собственно, да, мы неоднократно делали сюжеты, мы отслеживали ситуацию с первого дня и до последнего. Да. Что когда-то еще, будучи там беременна третьим ребенком, я пришла просить помещение небольшое для того, чтобы, так как наш фонд детский, в основном его прямое направление – это культурное развитие детей, это хореография, вокал, мы очень много шьемся, очень много выступаемся, а костюмы хранить негде, костюмы шить негде, реставрировать и обшивать – это достаточно, ну, как бы, время, место, все тому подобное. Ну, я думаю, стоит сказать, какие дети занимаются на базе фонда. Когда-то был создан фонд для детей, которые бы могли бы получать профессиональное развитие. Это дети малообеспеченные, это дети многодетные, это дети-инвалиды, это дети-переселенцы. Почему конкретно эта сфера? Потому что, к сожалению, у нас очень много есть профессиональных ансамблей и хороших педагогов, но очень часто бывает так, что это все платно. Платно участие, платно... Они недоступны для тех детей, которые занимаются в вашем фонде. Да, потому что, исходя из того, что как бы я сама мама 4 детей, я понимаю, что, допустим, я бы не смогла своего ребенка дать в профессиональный какой-то коллектив, потому что нужно будет его шить, на костюмы мы должны сдать, выехать на транспорт, заплатить где-то на какое-то участие тоже нужно, мы должны будем оплатить, и плюс за обучение. Это создаст очень большой, ну, дискомфорт моей семье, да, моему бюджету. Если, допустим, у нас, допустим, работает либо папа, либо кто-то один, что ты там в декрете как бы находишься, я понимаю, а дети должны развиваться, многие говорят, что получается потом трудные подростки, они там находятся на улице. Мы доказали за практически уже 4 года существования фонда, что такие дети, они очень талантливые. Это звездочки, которые начинали всего 6 человек на нашей базе, сейчас их 62 человека, и это не предел будет. Мы уже не просто даем концерты и выезжаем по области, радуем реабилитационные центры, либо детские дома. Мы уже выезжали профессионально на международные конкурсы, все украинские, и возвращались со вторыми местами. Ну, собственно, давайте вернемся к помещению. Мы, будучи пришла на сессию, я просила, чтобы мы выделили небольшое помещение для хранения и реставрации пошива костюмов. В принципе, это там должно было быть около 40, ну, максимум 50 квадратов. Небольшое, чтобы мы могли хоть как-то где-то это все хранить, потому что база у нас находится при 34-й школе, где мы только танцуем, а все это хранить, инвентарь и костюмы, к сожалению, это приходится мне у себя дома. Ну, как бы это создает неудобство. Шьемся мы у нашей швеи. Учитывая количество детей, количество танцев, костюмы разные, да, да. Это, собственно, проблема. Шьемся мы у нашей швеи, которая тоже, вот, знаете, как бы 2 детей, и у нее сын инвалид, да, аутист, и она пытается и помочь нам, и уделить. Девочки приходят и помогают, то есть в этом плане. И из своего жилого помещения она одну комнату выделила практически полностью под пошив наших костюмов. То есть, получается, кроемся там, шьемся там. Это, конечно, создает очень большой дискомфорт, а дети выходят профессионально, и это должно быть оцениться. Я пришла и просила, дайте нам, пожалуйста, небольшое помещение для того, чтобы мы могли где-то как-то быть. Прошло, наверное, где-то около года, я не получила ответа. Потом я начала постоянно приходить на сессии, просить 3 минуты слова на трибуне, чтобы просто достучаться со слезами на глазах. Я помню, наконец они проголосовали, чтобы да, если я найду помещение, которое есть в списках в коммунальной собственности, они рассмотрят этот вопрос. Помните сюжет, когда мы вас пригласили? Первое помещение, которое нам вроде бы как предоставили в списке, это разрушенный наркопритон. Ну, собственно, да, помещение и его расположение, и его метраж, в общем-то, вам подходили. Но другой вопрос, что там не было ни окон, ни дверей, ни крыши, да, ни коммуникаций. Горевшая, и для гораздо. Благодей...
да, для благотворительного фонда, который, в общем-то, ну, не получает никакого... Не ведет коммерческую деятельность. Не ведет коммерческой деятельности, отремонтировать все это. Да, и, да, просто, просто даже окна поставить, это было бы невозможно. То есть я была, конечно, в шоке, потому что слезы выступили, потому что я понимала, что денег у меня нет, и такое предложить детскому фонду, для меня это, просто сказать, было просто шок. Какая-то такая вершина цинизма, наверное. Да. И обратно мы еще где-то, ну, месяцев 7 ходили, рассматривали разные помещения. Потом, наконец-то, мы увидели новые списки помещений и начали быстренько, ну, как бы, про них просматривать, то есть, как бы, которые мы могли бы подойти. На тот момент только-только освободилось помещение на 7-й поперечной 3, это бывшее управление юстиции. Там квадратура 300 квадратов, но в связи с тем, что они были расположены как бы отдельными комнатами, то есть около 50 квадратов, как бы комната, из нее переходящая еще одна маленькая комната, нам подходила, то есть отдельно как бы стоящая с общего коридора общего пользования получается. Мы написали письмо. Собрали все документы. Собрали все документы, подписали технические, там предоставили свои документы. Это было в июне того года. Через полгода, после того, когда мы сдали все документы, нас пригласили только тогда на профильную комиссию. Мы два раза ходили на профильную комиссию, потому что там, как всегда, было все как бы вроде бы как-то не так, но добились. Потому что я же, когда приходила, депутаты уже на меня смотрели, и у них уже просто, знаете, глаз дергался. Но я сказала, что я не отступлю, потому что это дети, я за них в ответе. Они действительно, ну, должны заслуживать хоть немножко уважения, внимания от нашего управления. Я прошла профильную комиссию, мне сказали, да, профильную комиссию я прошла в сентябре того года. И вот посмотрите, с сентября того года и по сегодня, по день сессии, да, по четверг, по 16 число, по 16 марта, ни разу не выносилось на голосование этот вопрос. Почему? Постоянно договор позычки, эти вопросы не выносились на голосование сессии. Говорят, то документы были потеряны, то не время голосовать, то земельная комиссия. Ваши документы были потеряны. Да. То земельная комиссия, которая не касалась коммунальной собственности, то коммунальная собственность, которая не касалась именно позычки, то потом коммунальщики говорили, что это депутаты плохие, они не хотят голосовать. Я приходила на сессии, я вот чуть бы за руки не ловила депутатов и говорю, вот скажите, почему, я пойму, просто обоснуйте, почему вы не хотите голосовать? Они говорят, да нет, это все вопросы, которые выносятся у нас, ну, вопросы, которые мы должны обсуждать, мы их обязательно рассматриваем, в любом порядке. Да, нет, но мы их рассматриваем. Мы не можем сказать, что мы не хотим голосовать. Нам просто их не подают. Я обратно возвращаюсь в коммунальную собственность, те говорят, типа, нам сказали, пока их не выносить. Кто сказал? То есть вот это вот все оставалось на таком, я каждый раз, каждый месяц приходила. И наконец-то, когда я узнала, о боже, наконец-то в этой сессии должна рассмотреться наша позочка. И, ну, получается, оно шло одним файлом, там, где 6 разных организаций подключали. И то пытались отменить. Да, я пришла на сессию, такая счастливая, довольная. Думаю, ну все, сегодня наш фонд, наконец-то я что-то услышу. И тут... Господин Филевский поднимает вопрос снять 6 вопросов, в одном из которых стоял файл с нашей позочки, ну, у нас и других предприятий. То есть я поняла, что это невозможно, потому что если они сейчас перенесут на неопределенный срок, это обратно будет годы, которые я просто этого не добьюсь. Я начала подходить до депутатов и попросила, чтобы они просто поддержали не только проект мой, проект «Добрая шафа», который, ну, требует. Там еще были 2 благотворительных фонда инвалидов и детей. С какое-то отношение к благотворительным фондам вот по остаточному принципу? Мне кажется, это просто, наверное, скорее не отношение к фондам, а коммунальной собственности, которую они не хотят по какой-то причине выделять нам. Может быть, они ее рассматривают для себя, может быть, какую-то коммерческую деятельность, либо еще для каких-то вопросов. То есть есть помещения, которые, вот, знаете, очень трудно добиваются, лишь только потому, что они их просто для чего-то или как-то придерживают, удерживают, либо прикрывают. То есть я не боюсь этого говорить, потому что я уже прошла 2 года слез, истерик и всего остального, и я буду этого добиваться, потому что это нужно не мне в первую очередь, это нужно моему фонду, моим детям, за которые я несу ответственность. И дети доказали, что они заслуживают этого. Валентина, мне подсказывают, что у нас не очень много времени осталось. Ключи от помещения вы получили, собственно, сессия-то вот... Сессия, да, прошла, и я хочу сказать, что она прошла очень интересно, в связи с тем, что если бы не оппозиционный блок и наш край, они сказали, что они вообще не будут голосовать, если не вернут эти файлы, ничего бы вообще бы не было. Но в конце концов, после там 8 часов мы ушли, и нам сказали, да, но ключи я еще не получила, и я так думаю, что, наверное, еще долго не получу, потому что сказали, что они должны внутренне привести, потом они должны заключить договор, и потом, но... Я вот вас приглашаю сделать сюжеты относительно того, как
мы получим, заключим договор, и когда нам дадут ключи, и какое это помещение будет, чтобы представить общественности действительно, что нам дали, потому что как бы в документах я видела небольшие изменения, что нам посчитали квадратуру, коридор общего пользования, который должна бы, он считается общего пользования, он не может идти квадратуру, которая идет в аренду. Уменьшили метраж, допустим. И вот это вот все вот эти нюансы, которые я хотела бы увидеть в договоре, которые какие-то такие дать. Волшебные трансформации происходят в горосполкоме. Ну, ты знаете, только не только в этом, как говорится, отделе. У нас еще есть и транспортное дело, и другие отделы, которые вот живут сами себе, на них нету права. То мы можем всем отделам уйти в отпуск, то что-то там еще, то что-то там еще. Но, вы знаете, я сама мама детей, и у меня на фонде есть дети непростые, но они заслуживают, еще раз повторяю, внимания, и я буду добиваться до последнего для того, чтобы им что-то действительно могли дать, не просто так, потому что они этого заслуживают. Ну, що ж, Валентина, я дякую за те, що завітали до студії. Цікаво буде і цей матеріал відзняти. Я вас приглашаю. Так, ми будемо перерізати стрічку разом з вами, я на це сподіваюся. А ваш досвід, як вирішувати питання, треба це робити взагалі окремим матеріалом. Я дякую за те, що завітали до нашої студії, дякую за те, що знайшли час. Ну, а з вами прощаємося, продовжуємо випуск.